В Москве сегодня открыли памятник Павлу Фитину, человеку, который повлиял на ход самых важных и драматичных событий 20 века. В 32 года он возглавил советскую внешнюю разведку. Одним из первых узнал, что Германия готовит нападение на нашу страну. Получал от резидентов планы немецкого командования, американские атомные секреты, которые ускорили создание ядерного оружия в СССР. А также сведения о сепаратных переговорах американцев с нацистами в Швейцарии. Та самая операция, которую провел Штирлиц в киноэпопее «17 мгновений весны». Тогда, слыша голос диктора, голос Ефима Капеляна, читавшего шифротелеграмму Юстас Алексу, я задавался вопросом, а кто же такой этот загадочный Алекс? В архивах службы внешней разведки хранится много шифротелеграмм, которые подписал Павел Фитин. Шифротелеграммы он скромно подписывал. Виктор. Аристократ и лучший сотрудник. Секретом разведки, в том числе времен генерала Павла Фитина, посвящен фильм «Ким Филби. Тайная война». 30 лет, благодаря которым мир стал таким, каким мы знаем его сегодня. Подробности рассказаны самым близким человеком великого разведчика. Уникальные архивные материалы. Первая серия после «Ночных новостей».